На слайде вы видите картину британского художника-портретиста Фредерика Джон Ллойд Стивенса. 20 век. Федор Иванович Тютчев. Как не бесилось я злоречье, как не трудилось я над ней, но этих глаз чистосердечье, оно всех демонов сильней. Все в ней так искренно и мило, так все движения хороши, ничто лазури не смутило ее безоблачной души. К ней пылинка не пристала от глупых сплетней, злых речей, и даже клевета не смяла воздушный шелк ее кудрей. 1865 год.